Всех приветствуем на нашем вебинаре. Так. Давайте стандартно проверим, традиционно проверим, слышите ли вы нас. Пожалуйста, поставьте на вкладочке questions плюсики, что вы нас слышите и, если необходимо, видите. На экране как раз демонстрируется вкладочка, как она называется, куда можно поставить плюсики. Так. Если у вас вдруг нет звука, то попробуйте переподключиться. Очень часто это помогает, и все хорошо. Давайте посмотрим. Ну, как интересно, уже даже кроме плюсиков пошли сходу вопросы по теме вебинара. Это, конечно, интересно. Если вы не хотите, традиционно мы вещаем с видеороликом, с видеозаписью. Если вы не хотите видеозапись, то вы можете скрыть эту возможность. На экране мы показываем, как это сделать. Так. О чем мы сегодня поговорим? Еще раз повторюсь, что запись вебинара обязательно будет. Все будет хорошо. Мы сделаем ее и выложим внутри Фейсбука и на нашей странице. Девчата выложат на сайте 1sbitrix.ru. Сегодня мы поговорим о скидках. О том, как их настраивать, какие скидки бывают, как с ними работать. Поговорим мы сегодня о скидках вдвоем. Это Иван Челищев, это наш ведущий разработчик, который делал модуль скидок, и я, Юрий Волошин. О чем мы с вами будем сегодня разговаривать? Поговорим мы о объединении скидок, об инструменте маркетинга, о мастере конвертации скидок, как настраивать и предустанавливать скидки, о возможностях, условиях, о необходимости перехода на новые скидки. У нас вышли наконец-то накопительные скидки, мы их полностью завершили, выпустили, мы поговорим немножко и о них. Ну, давайте начинать, я переключаюсь на экран Ивана, и мы будем транслировать вам вебинар Show My Screen. Все, я вижу твою картинку, можно начинать. Давайте начнем мы, наверное, о том, как вообще перейти на новый тип скидок. Мы изменили модуль. Модуль стал более производительным. Он стал иметь возможность настраивать легко скидки, легко их предустанавливать, легко использовать. Но на него нужно перейти. Чтобы на него перейти, после того, как вы накатите обновление, установите обновление продукта, у вас появится мастер. Мастер переноса скидок. Он сделает перенос автоматических скидок. Теперь он фактически переносит все скидки. До этого мы не могли переносить накопительные скидки, мы теперь их тоже прекрасно переносим. Что вообще может делать мастер, Иван сейчас немножко подробнее расскажет. Смотрите, после установки одного из обновлений, кажется, это 17.00, ну, если вы поставите свежие, релизные, то вы получите то, что нужно. У вас появится плашечка, в которой вам предложат перейти на новый тип скидок. И у вас откроется страничка «Перенос скидок» модуля «Торговый каталог», который сейчас вы видите на экране. Здесь есть некоторый текст, вы можете ознакомиться, что вам это даст. Да, вам всего лишь надо нажать «Начать перенос», узнать, насколько это круто. Если, например, у вас есть неподдерживаемые скидки, на данный момент это остались только те скидки каталога, в которых валюта скидки отличается от валюты сайта. Вот. Все остальные виды и типы скидок, в том числе и накопительные, мы переносим. Вы нажимаете просто «Начать перенос», бамс, и перенос завершен. Ваши все активные скидки, которые были в каталоге, и активные накопительные программы перенесутся в скидки в магазине. После этого вы можете приступать к работе с новыми скидками. Ну, на самом деле, про перенос все, Юра. Угу. Отлично. Да, перенос – это не очень сложная задача. В принципе, она достаточно просто решается. Что вы получите после того, как вы перейдете на новый тип скидок? Самое главное, то, что вы реально увидите, это быстро, легко посмотреть, это предустановленный список скидок. Это те скидки, которые вы можете запускать через мастера. Сейчас Ваня покажет, как на них перейти. Вот этот список. Это те скидки, которые оптимизированы нами. Это те скидки, которые мы проверили, и мы уверены, что они будут работать быстро при любых количествах, которые вы будете использовать внутри нашего интернет-магазина.
Это те скидки, которые наиболее часто вы будете ставить для своих товаров, для своих разделов, для доставок и так далее. То есть мы провели и собрали информацию от вас, от клиентов, от наших партнеров. Они нам сообщали, какие скидки наиболее часто им приходится настраивать пользователям, помогать настраивать пользователям. Мы их сделали вот такими небольшими мастерами, которые позволяют быстро эту скидку включить, не знать, как работает модуль, а быстренько запустить какой-то маркетинговый инструмент. Тем самым вы можете использовать это не какими-то разработчиками, не какими-то специальными людьми, которые будут проходить специальное обучение, чтобы сделать скидку, а обыкновенным отделом маркетинга, когда сидит девочка, которая занимается вашим маркетингом, она заходит в этот раздел и запускает быстро какую-то акцию, не привлекая какого-то разработчика, не привлекая какой-то высококвалифицированный персонал, разбирающийся, как работает вообще интернет-магазин. Давай какую-нибудь скидочку неусложную создадим, ну и вообще покажем, как работают мастера, что это очень просто, ну и сделаем какую-то скидку. Да, да, давайте действительно покажем, что это легко теперь делать. Какую скидку мы сделаем? Давайте сделаем скидку на товары, группы товаров. Обычная скидка. Давайте сделаем скидку на штаны. Как же без этого? Вот у нас даже когда-то я писал здесь скидка на штаны. Так. Дадим 15%. И смотрите, в мастере, когда вы делаете скидку на товары, на группу товаров, вы просто выбираете здесь товары и разделы, к которым они относятся. На самом деле ничего сложного. Выбираем каталог наш необходимый и ищем штаны. Нашли штаны, выбрали штаны. Ну вот, как видите, все. Идем на следующий шаг. Здесь наши стандартные настройки, которые показывают, кому будет доступна эта скидка. Каким группам пользователей. Сейчас мы выберем просто всем, потому что скидка будет доступна всем. Период активности мы никак не изменяем, она активна все время. И остальные поля тоже. Мы поговорим о них чуть подробнее попозже. Пока мы просто запустим данную скидку. И все, скидка на штаны у нас готова. А давай сходим в раздел публичный и посмотрим, что у нас скидка применилась, что давайте. Все хорошо и у нас все работает. Так, пойдемте. Пойдемте в штаны. А сколько я поставил скидку? 15%? Ну, я не знаю, я за тобой не следил. Я тоже не следил. Я отвечал немножко на вопрос. Так, давайте посмотрим, насколько... А то я уже забыл. Вот, видите, мы сразу пойдем покажем, что редактировать пресет тоже можно. Да, Ваня да. рассказывает нам в сказке, что он что-то забыл. На самом деле он показывает, как легко можно быстро вернуться к пресету. Если вы забыли скидку, либо вы хотите быстро изменить скидку, вам не нужно ничего сложно настраивать. Вы просто заходите в скидку, как показал Ваня, меняете, например, цену, да он чуть побольше поставим, чтобы видно было, что это наша скидка, не знаю, процентов 50. 50, значит. Можно очень быстро изменить скидку, вернуться, сохранить этот пресет. Ничего настраивать не надо, если вы что-то выбирали до этого. Фактически вы просто пробегаете по мастеру и переходите в публичный раздел. Вот стоит 15% скидки. Ваня делает рефреш странички, то есть ее перезагружает. И вот мы видим, что уже скидка на штаны стала 50%. Да. В принципе, скидки вот такими простыми способами можно легко делать. А как мы увидим, какие скидки в мастерах уже стоят? Где-нибудь мастер сообщает, какой список скидок уже существует? Ну, то есть где-то увидеть, что их там одна уже есть или там две? Ну, в целом, конечно, есть. Смотрите, если мы работаем с мастерами, да, с простыми режимами, то когда мы перейдем в список маркетинговых акций, то мы увидим все доступные акции. И если по какому-то типу созданы скидки, там будет ссылочка «список». То есть это означает то, что, например, по накопительным скидкам у нас есть созданная программа. Или вот как только что мы создали скидку на товары, на группы товаров, тоже список. Мы берем и переходим и видим, что вот скидки данного типа. И если необходимо, мы ее там активируем, деактивируем, переходим в редактирование. То есть все скидки, созданные через мастера, вы можете легко увидеть на странице мастеров. То есть фактически, нажимая вот эту кнопочку «Перейди ко списку», мы отбираем только эти списки, да. которые соответствуют конкретному мастеру. Да. Ну давай какую-нибудь еще скидочку сделаем. Ну,
какая тебе нравится больше. Давайте. Смотрите, мы сделали скидку на какие-то товары. А давайте сразу покажем, что у нас есть предсказания. Давайте. Смотрите, у нас появились пресеты, два пресета, которые поддерживают так называемые предсказания, которые подсказывают пользователю, что нужно сделать, чтобы получить скидку. Итак, давайте рассмотрим «Оформи заказ на N рублей и получи скидку». Пойдем. Так, назовем предсказание 5000 рублей. Смотрите, первым полем сумма заказа. Это означает, какой должен быть заказ, чтобы человек получил скидку. Например, я написал 5000, ну, логично, 5000. Скидку мы дадим ему, давайте, 1000 рублей. Мы щедрые. И вот, смотрите, интересное поле. Выводить предсказание, если текущий заказ больше. Так вот, давайте мы будем подсказывать пользователю, если у нас человек уже навыбирал товаров больше, чем на 1500 рублей. То есть, фактически, эта скидка будет подталкивать клиента на увеличение вашего среднего чека, что очень выгодно магазину и, в принципе, приятно пользователю, потому что он получит достаточно высокую скидку. Да. И смотрите, если вы хотите каким-то образом привлечь его внимание, вы можете отредактировать текст предсказания. Здесь можно использовать HTML-разметку и пару наших placeholder'ов, которые помогут вам использовать значение, сколько осталось до скидки и какая будет величина скидки. Ну, мы пока ставим дефолтный текст. Идем дальше. Опять же, по сути, на любой странице, на любой последней странице пресета вы будете видеть вот эту формочку настройки, кому, каким группам будет доступна данная скидка, ее активность, приоритеты и там точки прекращения. Опять же, поговорим о них чуть позднее. Давайте сделаем высокий приоритет. Так, создали. Ну, пойдем посмотрим. Смотрите, у нас даже в корзине уже есть 3158 рублей. Отлично. То есть, если мы пойдем сейчас в товар. Ничего себе. Всегда радость, когда что-то работает. Смотрите. Если вы помните, я попросил скидку подсказывать пользователю, если его текущая корзина больше 1500 рублей. У меня так получилось, что она была уже больше 3000, то есть условие, по сути, работает. И вот, смотрите, у нас появился текст. Докупите товаров на 1702 рубля, чтобы получить скидку 1000 рублей. То есть, фактически, если мы сейчас зайдем в корзину и удалим два товара, которые в ней лежат, по идее, вот это предсказание должно исчезнуть. Да, вот давайте. Сейчас, да, проверим, давайте, как это сработает. Давайте. Вот Ваня удаляет два товара из корзины. Мы возвращаемся в этот же товар, который был. Все, скидки больше никакой нету. Но если сейчас Ваня добавит этот же товар... Ну, давайте две штуки, чтобы 1700 было. Чтобы 1000 с копейками было денег. Ну, правда, надо пойти... Да, нажми здесь обратно. В корзине мы не выводим пока предсказания. Но корзина как раз находится на переделке. Сегодня как раз будем обсуждать уже финальный дизайн ее. Ребята делают разработку. Осталось только уже наложить дизайнерские изыски. И корзина скоро выйдет. Будет очень хорошая новенькая корзина. Ну вот, Ваня вернулся в публичный раздел. Мы зашли в платье. В корзине у нас лежит товара больше, чем на 1500 рублей. И что мы видим? Нам опять предлагают докупить товара на 1200 рублей, чтобы получить скидку 1000 рублей. Фактически, если человек реально ходит по вашему магазину, он зашел в платье, чтобы его посмотреть, платье стоит 3000 рублей. Он понимает, что опа, он сейчас добавит это платье и получит его не за 2999, а за 1999. Тем самым у него есть и возникает желание сделать покупку. А сделав покупку, он, соответственно, увеличит вам средний чек. Вот таким нехитрым механизмом, в принципе, мы заставляем как бы клиентов покупать немножко больше товаров в вашем магазине, а вам как бизнесу больше зарабатывать. Да. Так, будем двигаться дальше? Давайте. Так. Смотрите, можем сейчас немножко сказать о накопительных скидках? Давай, ну, по накопительным, может, лучше ближе к концу. Ну, давайте так. Давай. Хорошо. Это
перенесем в конец. Давай сделаем так. Мы сейчас показали, как создаются скидки, достаточно простые. Да. Те скидки, которые мы предустанавливаем как акции. Но клиенты же хотят, наверное, настраивать более сложно. А осталась ли такая возможность и вообще как ее делать? Давай посмотрим, как это делается. Да, конечно. С новым обновлением мы представили пользователям мастера, то есть это упрощенные способы создания, как вы видели, популярных скидок. Но при этом мы оставили возможность использовать расширенный, так называемый, редактор скидок, который позволит вам использовать всю мощь скидок и делать правила, какие только вы захотите. И комбинировать. Никто не мешает вам использовать мастера скидок и, например, расширенный режим скидок. И таким образом вы можете делать то, что хотите. Это удобно. Давайте мы пойдем. Смотрите, только что мы были в пункте «Предустановленный список маркетинговых акций», так называемые мастера, пресеты. А мы пойдем в правила работы с корзиной. Здесь на самом деле, вот сейчас у меня стоит фильтр по активным скидкам. И здесь мы показываем все скидки, в том числе как обычные, так и пресетные. Вот смотрите, вот скидка на штаны, которую мы делали через пресет с самого начала. И вот скидка на предсказания. Вот смотрите, выше скидка на нижнее белье из каталога. Данная скидка перенеслась во время конвертации, которую я вам показывал в самом начале нашей презентации. Так, давайте сделаем скидку. Добавить правила. Смотрите, видите, здесь чуть-чуть все посложнее выглядит, нежели это в мастерах. Больше вкладочек, больше полей. Давайте... Скидка. Давайте сначала мы тоже сделаем скидку просто на некоторую категорию. Скидка на платье. Сделаем ей высокий уровень приоритет применимости. Сейчас я чуть-чуть скажу о нем, дальше будет подробнее. Смотрите, чем выше мы ставим приоритет применимости, тем раньше данная скидка отработает. Запомните. И ставим мы там высокий 20 тысяч. Но по приоритету мы лучше отдельно потом поговорим, покажем, как документацию смотреть по приоритету и подсказки, как там мы вводим это все в пользу. Смотрите, здесь также, если вы заметите, есть настройка сайта, к которому, к которой относится скидка, период активности скидки. Вот. А дальше, смотрите, вкладочки «Действия и условия». Вот здесь вот мы сейчас настроим скидку через сложный наш конструктор. Сложный, мощный и хороший. Смотрите, чтобы дать скидку, мы должны изменить стоимость товара в корзине. И давайте мы дадим 20%. Давайте мы будем скидку, как я написал в названии, на платье. Для этого мы должны выбрать в условиях, что раздел, к которому относятся товары, будут платья. Будет платье. Да? Вот. На самом деле почти все. Но нам нужно также настроить группу пользователей, на которые распространяется данное правило. Про группы пользователей, вообще про пользователей мы сейчас немножко поговорим отдельно. Тут несколько вопросов уже поступило. Мы сейчас эту скидку посмотрим, и мы поотвечаем немножко на ваши вопросы. Давайте применить. И пойдем на нашу страничку, посмотрим, что у нас вообще случилось. Замечу, что иногда нам надо сбрасывать кэш, потому что вся наша публичная часть сайта, она кэшируется как раз для того, чтобы пользователи как можно быстрее видели актуальную информацию. Ой, не актуальную, а вообще отклик от сайта. Но когда вы внесли скидки, лучше сбросить кэш, и тогда они применятся. Вот смотрите. Так, предсказания, давайте мы их уберем. В принципе, даже если вы не спросите кэш, ничего страшного не произойдет. Кэш через некоторое время по-любому перезапишется. Просто пользователь увидит вашу акцию не прям мгновенно после того, как вы ее сохранили, а с небольшим периодом задержки. Он не очень большой, поэтому, в принципе, большого смысла сбрасывать кэш по всему сайту нету. Это достаточно, во-первых, ресурсоемкая операция. Во-вторых, ваш сайт начнет при больших нагрузках немножко притормаживать, поэтому можно не ускорять. Но если у вас небольшой интернет-магазин, и вы хотите прям, чтобы мгновенно применилась акция, то вы можете сбросить кэш, и тем самым у вас скидки применятся мгновенно. Да, но пока мы как раз хотим показать вам мгновенность, поэтому скинули кэш. Смотрите, вот наша скидка 20%, все как договаривались. По сути,
разницы между пресетом, который я вам показывал, и текущим мастером нету, да, пока? Но... Ну, разница, наверное, в том, что в пресетах все-таки какие-то стандартизованные скидки, они не очень вариативные, то есть не очень много разных вариаций можно сделать. В экспертных настройках, так называемых, вы можете сделать намного больше. Единственный минус экспертных настроек, так как вы создаете скидку сами, там нужно быть очень внимательным, выставляя приоритет, выставляя какие-то условия, чтобы не получилось так, что вы отдали скидку на товар друг друга наслоенную, и товар не ушел в ноль. Поэтому со скидками нужно быть очень внимательным, когда вы их создаете. Всегда, когда вы сделали скидку, старайтесь попробовать применить эту скидку сами, положив в корзину товар, выбрав этот товар, перейдя, посмотря на этот товар. То есть то же самое, что делаем мы сейчас с Ваней. То есть нужно обязательно контролировать весь процесс создания скидок, чтобы понимать, что вы не прогорите со скидками. Потому что скидки – это простой инструмент. Он никаких проверок дополнительных не делает, если вы их не настраиваете, о них мы отдельно поговорим сейчас. И он просто добавляет скидку. Если вы сделаете скидку на 20%, потом на 30%, потом на 40%, может произойти такая ситуация, когда эти скидки все сложатся, и вы товар отдадите в ноль. Хорошо, если в ноль, а не в полный убыток, и не уйдет этот товар чуть ли не в минус. Итак, давайте немножко поговорим о вопросах, которые задают. Тут очень много вопросов. Первый вопрос, его задали несколько человек. Будет ли работать после конвертации скидки, которую вы показываете на шаблонах, которые мы приобрели через Marketplace? К сожалению, мы здесь не можем наверняка сказать, смогут ли работать эти скидки. На наших дефолтных шаблонах, которые поставляются внутри продукта, это вот дефолтные шаблоны, все будет прекрасно работать. Вам не обязательно уходить от шаблона внешнего сайта, но вы можете, например, если ваш шаблон вдруг не поддерживает такие скидки, либо попросить этих ребят, которые делали данный шаблон, изменения произвести в компонентах и сделать так, как делаем мы и даем предсказания. Либо вы можете перейти на наши компоненты в определенных точечных местах, где вы хотите их применять. Мы так делали компоненты, что они вписываются в принципе в любой дизайн, они такие достаточно нейтральные, у них нет каких-то ярко выраженных цветовых схем, нет каких-то ярко выраженных цветовых элементов, которые там могут повредить вашему дизайну. Вы можете спокойно поменять на наш дефолтный шаблон и использовать компоненты в рамках своего шаблона сайта, заменив на наш. Наши компоненты, естественно, будут все нововведения поддерживать штатно. Поэтому, если вы хотите использовать, либо попросить тех, кто их выпускает, шаблоны, и привести их к соответствию, либо перейти на наши компоненты. Так, идем дальше. Можно ли привязать скидку к конкретному пользователю? Да, и я как раз хотел об этом сейчас сказать, когда Юра описывал ситуацию, что будет хорошо, если вы сами посмотрите, как работает скидка. Смотрите. Вот сейчас мы сделали скидку, как вы видели, на все группы пользователей без каких-либо условий. То есть мы всем сказали, платье весенняя легкость, 20% скидка. Смотрите, мы можем на самом деле сделать скидку, которая будет относиться только к определенному пользователю или пользователям. Давайте посмотрим, как. Как раз вот здесь уже пойдет вся мощь расширенных скидок экспертного режима. У нас есть блок условия, в котором есть большое-большое количество условий. И одно из них – это пользователь. Смотрите. Так, мы администратор. И вот. Все, мы сделали. Перезагружаем страничку. И даже, смотрите, сейчас у нас скидка пропала из каталога. Все связано с чем? Дело в том, что когда мы указываем пользователя или какие-то еще настройки, которые на самом деле относятся к корзине, скидка будет доступна только в корзине. Потому что только там есть на самом деле пользователи, есть какие-то еще параметры, которые относятся к типу плательщика или что-то еще. Поэтому, в принципе, чтобы настроить какую-то скидку на определенную группу пользователей, ваш магазин должен условно либо постоянно заставлять пользователей авторизоваться, что достаточно нетривиальная задача, и в современных интернет-магазинах пользователи фактически не авторизуются и не регистрируются, а все происходит на моменте оформления заказа. То есть в момент оформления заказа происходит автоматическая регистрация пользователя, в автоматическая его какая-то регистрация на сайте и привязка заказа к конкретному пользователю. Поэтому старайтесь такие скидки все-таки либо не применять, либо применять их только тогда, когда действительно ваш магазин требует авторизации. Это может быть B2B-шный какой-нибудь магазин, когда вы продаете оптом для каких-то клиентов, которые постоянно что-то делают, какие-то заказы у вас на сайте.
они, соответственно, пойдут авторизовываться и пойдут делать заказ. Потому что по статистике, даже если человек делает несколько заказов в магазине, он очень редко помнит ту авторизацию или ту регистрацию, которую он делал на сайте. Он делает обычно новый заказ с новой авторизацией. Мы учитываем этот момент, и, например, во время оформления заказа наша система автоматически, когда клиент вводит email-адрес или какую-то идентификационную информацию, она привязывает этот заказ к предыдущему профилю пользователя. Соответственно, если вдруг все-таки пользователь войдет в свой личный кабинет, авторизуется у вас на сайте, он увидит предыдущие свои заказы. В остальных случаях клиент очень редко авторизуется на сайте, очень редко регистрируется у вас на сайте. Поэтому старайтесь скидки, привязанные к конкретному пользователю, не применять. В основном они нужны, чтобы просто посмотреть, что скидка сработала. Посмотреть, что вам все хорошо и вы все сделали нормально. И тогда вы просто убираете, делаете на всех, и скидка распространяется на всех, чтобы экспериментировать спокойно с каталогом. Либо у вас специфика вашего бизнеса требует авторизации, и вы тогда тоже можете применять эти скидки. А теперь немножко каверзный вопрос. Мы говорим о том, что наши новые скидки стали более производительными. И Алексей спрашивает, а насколько стали производительными? Какое количество скидок не влияет на производительность? Сколько скидок одновременно запущенных можно использовать? Вопрос, конечно, такой, с подковыркой. Дело в том, что прям число я сказать не могу, потому что очень сильно все упирается в настройку вашего сервера. Вообще, что у вас за хостинг, за VPS или что-нибудь еще. Но в целом мы стали поддерживать большее количество скидок, и процесс подсчета их вычисления, он стал более оптимальным. Прямо сейчас сказать вам число, к сожалению, я не могу. Ну смотри, на эталонном сервере, ну как на эталонном сервере? На сервере клиента, на выделенном сервере клиента с 8 гигабайтами оперативной памяти, там стоял Core i7, насколько помню, SSD-шные диски у клиента были, мы начинали проседать при 60 тысячах активных скидок. В принципе, это очень большое количество, это раньше мы проседали. Насколько понимаю, сделав изменения внутри кода, теперь намного больше мы сможем скидок одновременно поддерживать. Плюс, насколько я понимаю, вот эти вот пресетные скидки, они выверены у нас, они настолько оптимально настроены, что они должны еще сильно увеличить это число. Да, они будут оптимальны, плюс у нас есть возможность для того, чтобы сделать дальнейшие шаги по оптимизации, потому что, зная, как устроены пресетные скидки, мы знаем, как их еще можно лучше оптимизировать. И данные шаги мы будем предпринимать в ближайших обновлениях. Так, вот. Отлично. Смотри, перенос скидок. Немножко здесь вопросов про перенос скидок. Фиксированная цена на товар возможно стала после переноса? Или мы также не даем возможность сделать фиксированную цену на товар? Нет, фиксированную цену на товар мы пока, кстати, я, может быть, даже об этом не сказал, фиксированную цену на товар мы пока не поддерживаем. В каталоге она была, в магазине такой возможности пока нету. Это пока чисто функциональное ограничение. Скорее всего, мы его обойдем, но пока не буду обещать, в каких ближайших обновлениях это появится. Прямо сейчас, честно скажу, это не в работе. Можете ли вы показать пример, вот интересный вопрос, кстати, можно показать действительно, можно ли показать пример неправильной настройки скидок, при которой товар уйдет в ноль? Ну, то есть фактически мы чуть ли не 100% скидку дадим. Конечно, можем, с удовольствием. Как раз таки вот сделать такой пример настолько просто и сделать скидку, которая уведет товар в ноль, это просто элементарно. Вот сейчас у нас есть уже скидка на 50%, насколько я знаю. На полтинник еще делали с тобой. Или ты ее деактивировал? Пресетная, которая была на полтинник. Давай на этот же товар просто долбанем сверху еще, там, не знаю, 45%. Сейчас у нас была скидка на платье. Угу. Мы сделали скидку на штаны. Вот давайте убедимся. Вот, скидка на штаны. 50%. Да, 50% на штаны. И давайте мы добавим сюда скидку. Так. Мы здесь уберем галочку. Смотрите, вот, чтобы себе выстрелить в ногу, вот есть галочка «Прекратить дальнейшее применение правил». Это означает, что после, если данная скидка применилась, она все равно... Не будем про это рассказывать. Сначала плохой пример. Это плохой пример, надо так сделать. Не, ну ты убери эту галочку, пока хорошо. Не объясняй, что она делает. Хорошо, давайте так. Так, скидка на штаны я убрал, и теперь давайте мы сделаем скидку на все, да? Угу. И, например, на 40, там, давай на полтинник также. Тоже на все?
Ну, давайте. У нас сегодня какой день недели? Среда. И у нас скидка среды. Но мы забываем о том, что у нас уже на 50. Штаны стояло уже 50%. Да, у нас проблемы с памятью. Так. Изменить стоимость товаров в корзине. 50%. И мы, смотрите, ничего не указываем. То есть мы сегодня такие молодцы, даем всем скидку. Всем группам пользователей. И теперь, смотрите, мы так. Вот наши активные скидки. И пойдем, например, вот сюда. Так, видим, да, что у нас пошла скидка 50%, но у нас есть штаны. Мы идем в штаны, и что мы видим? Скидка стала 75%. Как работают скидки? Почему получилось у нас не 100%, а 75%? Это вот, наверное, наиболее частый вопрос, который клиенты задают. Смотрите, скидки не суммируются перед тем, как накладываются на товар. Скидки накладываются последовательно. У них есть понятие приоритетов, об этом мы немножко позже поговорим отдельно. Это немножко некий такой защитный механизм применения скидок. И вот когда скидка работает по приоритетам, а работает сначала первая, потом вторая. И что произошло сейчас? У вас товар 1000 рублей, наложилась скидка 50%. У вас товар стал стоить 500 рублей. И вот теперь на эти 500 рублей наложилась скидка еще 50%. И товар стал стоить 250 рублей. Соответственно, это 75% скидки, которая произошла на товар. То есть система отработала корректно. Она дала 75% скидки на товар. Но вот сейчас, не дай бог, была бы еще третья какая-то скидка, которую вы тоже забыли. Например, скидка от объема корзины. Например, там вы купили товар на 1500 рублей, на 2000 рублей, и вы даете, например, еще скидку на 25 или там 50%. Соответственно, мы бы уже от товара бы осталось там не 75%, ушло бы на скидку, а ушло бы там около 90%. Тем самым товар фактически продался бы в ноль. Поэтому всегда нужно, настраивая скидку, быть внимательным. А мы сделали для вас 4 защитных механизма. Давай вот теперь о них немножко поговорим. Да. Давай откроем эту штуку. А пятый механизм – это ваша голова. Ну, тут извините. Смотрите, один из способов для того, чтобы избежать наложения скидок, один из самых простых, это использовать настройку «Были применены скидки». И представим, вот у нас скидка среды, мы действительно хотим давать ее на 50% всем, на все товары, но на те, но кроме тех, на которых уже были скидки. То есть мы как раз не хотим, чтобы скидки наслаивались. И что мы делаем? Мы идем в скидку среды, идем в действие условия, и что мы видим? У нас есть блок условий, в котором много-много условий. И смотрите, мы здесь находим секцию «Параметры в корзине». И там есть «Были применены скидки». Собственно, то, что нам нужно. Так вот, мы как раз не хотим, чтобы скидка 50% давалась на те товары, на которые была... уже фактически скидку, да, мы применили. И давайте посмотрим. Оп! Видите, у нас стало 50% – это скидка, которая среды, и 50%, ну и все. То есть, ну, у нас числа 50-50, поэтому так все. Да, вот надо было 50 изменить, например, на 75. Давай изменим, чтобы вот в этой скидке было 75, чтобы показать разницу. Да, она как бы больше. Да, что она больше, и мы сейчас, давайте, увидим разницу. Вот. Да. Что теперь произошло? У нас на тот товар, на который уже сработала скидка, это штаны, сработала скидка 50%. Соответственно, новая скидка в 75% проверила условия, что а не было ли применено к этому товару уже каких-то скидок по другим маркетинговым акциям. Да, она увидела, что скидка была применена и оставила там 50%. Плюс она сделала 75% скидку на платье, так как на платье не было применено никаких скидок, соответственно, можно прекрасно применить скидку 75%. Это один из нехитрых способов, как ограничить
скидки, как ограничить применимость этих скидок, тем самым дать вам возможность защитить себя от непонятных произошедших систем. Еще одной из возможностей, более простой и более как бы наглядной, это применение приоритетов и двух наших галочек прекращения применения скидок. Давай их тоже покажем. Ну вот тут я немножко не согласен, что это проще. Ну окей, я согласен. Тут в разных условиях проще понятия относительное, но они тоже нужны и тоже интересные, нужно их тоже показать. Давайте, смотрите. Вот были применения скидки, мы удаляем. Давайте мы убедимся, что опять все стало нам невыгодно и ужасно. Теперь у нас и стало еще хуже. Да, у нас смотрите, 7,5 уже процентов. Успевайте заказывать штаны на нашем сайте. Да. Смотрите, и теперь у нас есть такие параметры на первой вкладке, которые вот здесь перечислены, настройки приоритета. Первый – это приоритет применимости. И написано в скобочках, чем больше приоритет, тем раньше применится. То есть для чего нужен приоритет? Предположим, у вас есть какая-то индивидуальная скидка для определенной группы товаров, и вы хотите, чтобы эта группа клиентов увидела эту скидку в первую очередь. У вас есть VIP-клиенты, у которых есть там специальная 30% скидка постоянно для этих клиентов. В остальных скидках, как показывал Ваня, вы ставите ограничения на ее применение. То есть фактически вы запрещаете применять скидки, если применилась скидка. Тем самым эти VIP-клиенты получат эту скидку в первую очередь. Вы, например, поставите приоритет, как написано в тексте, 1000, например. Соответственно, так как все остальные скидки меньше по приоритету, эта скидка сначала применится, клиент ее получит, а потом дальше, в зависимости от условий, он либо получит какие-то дополнительные скидки, либо не получит их, в зависимости от настроек. Угу. Смотрите, сейчас что мы сделаем? Мы поставили приоритет применимости 100 тысяч. Это значит, что она у нас будет почти, по сути, первой применяться в списке скидок. Но дальше, что мы хотим, чтобы применилась только одна скидка, так? Да. Смотрите, дальше у нас есть такие интересные два чекбокса. Один из них – прекратить дальнейшее применение правил. Что это значит? Это значит, когда данная скидка приступила в работу, да, ее действие, например, в данной ситуации 75%, применилось, то после этого скидки останавливают свое выполнение. И все. Скидки больше не вычисляются. То есть фактически, если вы поставите огромный приоритет, как сейчас, и поставите эту галочку, без всяких проверок ни одна скидка дальше примениться не сможет. Вот сейчас Ваня сохранил, мы идем в публичный раздел, делаем рефреш, и что мы видим? На товар применилась 75% скидка, все, больше никаких скидок не применилось. Хотя Ваня снял условия, что применять вторую скидку. Да. Теоретически сейчас бы должно было еще 75% примениться на этот товар. Но мы их не применили, потому что стоит запрет на применение дальше скидок. И все, сработала только одна скидка. Это один из ключевых механизмов, но нужно быть в нем аккуратным. Если в первом случае, когда показывал Ваня, вы можете мягко регламентировать, какая скидка будет применена в каких случаях, в каких условиях, то здесь вы просто жестко рубите применение скидок. Если вы даете 5% скидку на вход первым попавшимся клиентам, то есть любой неавторизованный клиент, попавший вам на сайт, получает 5% скидку, то, соответственно, поставив эту галочку, вообще никакую скидку клиент не получит больше. То есть вы фактически запретили все маркетинговые акции этой штукой. Поэтому очень аккуратно применяйте вот эти галочки. Что у нас есть еще в этом блоке? Так, блок большой на самом деле. Смотрите, еще раз. По сути, приоритет применимости – это всего лишь указание порядка выполнения скидок. Да? Чем больше он у скидки, тем раньше она выполнится. Дальше у нас есть такой пунктик, который называется индекс сортировки в уровне приоритета. Да? Смотрите, у нас есть здесь подсказка, и будет хорошо, если вы наведете и увидите. На картинке изображен способ того, как скидки вообще вычисляются. И смотрите, в квадратиках синеньким это приоритеты. И как показано, сначала вычисляется скидка с большим приоритетом, 400, потом 300. И смотрите, а зелененьким это индекс сортировки. Он применяется тогда, когда у некоторого набора скидок одинаковый уровень приоритетов. То есть, например, у нас есть одна скидка 400, там, не знаю, 5%. Можно, смотри, какой сделать. Самый, наверное, простой пример – это 5% на 1000 рублей. Бах, первый уровень применился. Потом, если клиент дальше добавляет товары, следующее на этом же уровне – еще 5% еще на 1000 рублей. Следующая скидка – еще 5% еще на 1000 рублей. Тем самым вы человека подталкиваете к скидкам. Но на определенном моменте времени
вы хотите остановить эту последовательность. Вы уже дали скидку, которую максимально считаете для ваших товаров. Вы ставите вторую галочку «Прекратить действие скидок на текущем уровне». И все, скидки режутся. Вы считаете, что этого достаточно для клиента. Но следующие скидки по приоритетам продолжают выполняться. То есть эта галочка рвет скидку только на одном уровне. Когда вы по одному уровню с одним и тем же приоритетом даете несколько скидок с увеличением процента, с увеличением еще каких-то параметров значений, она прерывает только данный уровень. Поэтому если, чтобы не запоминать вообще вот эти все условия, схема достаточно сложная, сложная для понимания вначале, сложная для использования, все-таки это экспертный режим работы с продуктом. Чтобы вам не заморачиваться, вы можете просто постоянно открывать эту шпаргалку. Мы очень долго с Ваней думали, как сделать эту шпаргалку. Фактически это была его гениальная идея, вот так это все нарисовать. Мне кажется, это очень понятно. Я постоянно сам забываю, как же работают приоритеты, потому что я не разрабатываю этот модуль. Я захожу, смотрю на эту подсказку, и мне всегда приятно, я понимаю, как это быстро работает. То есть я могу очень быстро понять, что мне нужно делать. Вторая галочка, которую мы уже показали, она останавливает по приоритету. То есть дальше скидка будет не идти, она отрежется по приоритету. Но опять-таки повторюсь, эта схема достаточно загрубленная. Она сделана тогда, когда нужно совсем прекратить какое-то применение. Лучше, конечно, пользоваться первым способом, который показывал Ваня. Это когда внутри скидки, внутри каждой скидки вы устанавливаете, в зависимости от каких условий она перестанет работать. Там можно намного гибче это настроить. Это будет более опционально, более оптимально для клиентов. Вы тогда сможете строить более сложные акции. Так, ну давай будем идти дальше. Давай немножко по вопросикам пройдем. Давайте. А то вопросики прибывают, а мы их не разбираем. Клиенты спрашивают, Алексей в данном случае, есть ли возможность предоставить бесплатную доставку на определенный регион? Я не могу найти возможность настройки такой скидки, ибо условия местоположения у меня почему-то нету. На самом деле я точно знаю, что эта штука работает, давай покажем, как сделать такую скидку. Предположим, если я выбрал, у нас здесь каталог стандартный, вся Россия. Давай, если я выбрал Калининград, при заказе, внутри оформления заказа, мы дадим клиенту 50% скидку на доставку. Давай попробуем сделать такую скидку. Давайте. На самом деле эта скидка, пока Ваня ее настраивает, я немножко про нее расскажу. Она очень гибкая, очень хорошая. Кроме того, что вы можете давать ее за счет региона, в зависимости от региона, тем самым вы сможете давать доставку очень избирательную внутри региона. Это очень важно магазинам локальным, которые работают на один регион. Вот в данном случае магазин моей супруги работает регионально, он работает в рамках региона. И у нее гибко настроены скидки так, что в зависимости от региона доставки и суммы доставки, клиент получает постоянно разную цифру доставки. Если товар берется на 1000 рублей и выбирается Зеленоградск, это достаточно далеко от города Калининграда, это грубо 30 с копейками километров туда и 30 с копейками километров обратно. С клиента будет взято 700 рублей за доставку. Но если клиент выбирает товары, например, на 3000 рублей, можно настроить так, что скидка будет сдана 50% на эту доставку. Мы считаем, что мы лучше подтолкнем клиента сделать нам больше среднего чека, чем заработаем на нем на доставке. Это будет нам выгоднее как магазину. Соответственно, это можно сделать. Вот сейчас Ваня покажет, как сделать такую скидочку. Ну, более простую, пока хотя бы просто на регион Калининград на доставку. Угу. Рассказывай. Ну, смотри. Сейчас я настроил скидку доставки 100%, если служба доставки курьером. Да, отлично. Мы привязываемся, да, как раз мы привязываемся к конкретной службе доставки. И вот как раз в моем примере это была курьерская доставка. Мы говорим про региональный небольшой магазинчик, который в основном доставляет товары курьерской службой. И мы настраиваем для конкретной курьерской службы это. Ну вот, смотрите. В чем еще плюс вот таких вот скидок? Вы можете их делать гибкими внутри одной скидки, настраивая несколько условий. У нас там есть такая возможность, но это мы немножко показывать не будем. Но вообще старайтесь в рамках одной скидки настраивать сразу множество условий. То есть можно регионы разбросать прямо внутри одной скидки. Давай. Вот, мы выбрали... Давай самовывоз сначала. Ну, самовывоз у нас вот так бесплатен. Ну, отлично. А теперь мы выбираем доставку. Доставка курьера, мы видим, что скидка у нас, ну, вообще доставка раньше стоила 50%, 500 рублей, угу. Теперь она бесплатная.
Но мы ее сделали без каких-то привязок именно к покупателю, то есть там. Ну, ты общую сумме, вообще поставил. Да, я поставил просто. Но вообще можно сделать привязку как к покупателю, можно сделать к цене корзины, можно сделать к сумме покупок, можно сделать еще каким-то условием. То есть скидка, возможно, очень гибкая на доставку. Вы можете, в принципе, придумать любые условия и тем самым подталкивать клиента делать большие заказы. Но кроме доставок есть еще и другие интересные моменты и те интересные скидки, которые вы можете делать. Это скидка на оплату. Предположим, вы хотите перевести, минимизировать расходы на оплату наличными деньгами. Сейчас это достаточно дорогостоящая процедура стала. Если раньше было очень выгодно получать наличными деньгами курьером при доставке, то сейчас нужно при новом законе ФЗ-54 обеспечить курьера кассой, которая будет печатать чеки. Если раньше касса была, это маленький такой агрегатик, который таскали курьеры и прямо выбивали кассу, то сейчас нет нормального оборудования, маленького, мелкого, которое можно таскать. Сейчас в чеке должны быть чеки прям полностью с наименованиями. И приходится курьерам таскать такие достаточно большие агрегаты, чуть ли не компьютер с собой таскать, чтобы делать какие-то изменения внутри заказа или что-то делать. Стало не очень удобно. И вы можете, например, сделать скидку 3% на оплату банковской карточкой, заложить этот процент скидки, и когда клиент будет заходить внутри условий оплаты, вот как раз Ваня показывает, насколько я понимаю, такую скидку, как сделать, вы сможете дать возможность клиенту оплатить банковской карточкой, тем самым подтолкнуть его не наличными рассчитаться, а картой. Вы убьете двух зайцев. Не нужно обеспечивать курьера под ФЗ-54, не нужно давать сдачу и помнить о сдаче, а клиенты очень сильно злятся, когда нет сдачи у курьера, когда он приезжает. А очень сложно предугадать, какая же там будет сумма. Надо не забыть спросить у клиента, а сколько денег у тебя будет или какой купюру ты будешь рассчитываться. Поэтому, чтобы не заморачиваться, подталкиваем клиента рассчитаться банковской карточкой, рассчитаться сразу на сайте, дав ему какую-то небольшую скидку на эту вещь. Да, смотрите, в дополнительных условиях в блоке там есть поле платежной системы. И там вы, собственно, можете указать, ну, в данной ситуации у нас настроен на дефолтный магазин, здесь Яндекс.Деньги, наложенный платеж и наличный курьеру. Выбрали сам Яндекс.Деньги и используйте данные условия для каких-то комбинаций. Например, и доставка курьера, тогда мы делаем бесплатную доставку. Или, например, мы могли бы сделать здесь какую-то скидку на корзину, как там Юра говорил, 3%. Ну или что-нибудь еще. Или даже подарок предоставить. Алексей уточняет, то, что мы показали, доставка работает только для конкретной доставки. А можно ли сделать, чтобы любая доставка в данном регионе была бесплатной? Это возможно сделать. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы клиент, зайдя в магазин, сказал, что я нахожусь в Калининграде, и любая доставка получилась бесплатной. Это легко сделать в рамках одной скидки. Вам нужно просто по условию «и», вот как Ваня как раз на экране показывает, или, как в данном случае для вас, вы выбираете все способы доставки. То есть произойдет такая схема. Вы добавляете первый способ доставки, это курьерка, потом или доставка почтой, или доставка, там, я не знаю, транспортной компании, или доставка еще чем-то. Тем самым вы говорите, что в этом регионе клиенту любой из способов доставки бесплатный. Поэтому, в принципе, в рамках одной скидки вы можете перечислить все способы доставки, которые хотите сделать бесплатными. Скидки очень гибкие. На самом деле я не понимаю, как можно придумать какой-то механизм, который поддерживается внутри системы, которым невозможно было бы сделать. Да, есть некоторые моменты, которые не можем сделать, но мы проводили даже специальный эксперимент. Мы делали статью, в которой клиенты придумывали варианты скидок, а мы придумывали решение этих вариантов и показывали визуально, как это решение сделать. А давай замутим еще раз такой эксперимент. Почему? Мы, в принципе, тогда даже некоторые условия добавляли, которые мы не могли сделать. Да, мы сделали. Давайте сделаем такой эксперимент. Мы опубликуем статью на нашем сайте, на котором мы будем предлагать вам придумать условия, которые невозможно сделать внутри нашей системы. Ну, кроме одного ограничения, мы не будем делать скидку на... Вот ты говорил, невозможно ее сделать по определенным... Фиксированную стоимость? Да, на фиксированную стоимость. Ну, пока. Кроме фиксированной стоимости, вы придумываете любой кейс, который вы хотите организовать. Мы этот кейс рисуем в виде схемы, вот такой вот, как делает Ваня, и публикуем ее на нашем сайте, в статье, в комментариях. Показываем, что это возможно сделать. Если вы придумаете скидку, которую будет невозможно сделать, мы попробуем ее реализовать. Я опубликую данную статью у себя в Фейсбуке, и мы с Ваней будем ее контролировать и будем стараться вам помочь. Давайте. Смотри, Юр, мы вот когда-то опрашивали пользователей, и они говорили, что мы хотим, чтобы давали, была возможность давать скидку на тот заказ,
В общем, пользователь уже совершает второй заказ. И хочется сделать условия, которые связаны с прошлым оплаченным заказом. Так вот, мы же это сделали. Давайте покажем, как. Давай. Так, это правило мы пока удалим. Давайте. Пока посмотрим, какие у нас скидки активные. Для простоты мы их все деактивируем. Смотрите. Давайте мы дадим пользователю 10% скидку, если у него был прошлый заказ на какую-то сумму, например. 10% на все дадим. Смотрите, в блоке дополнительные условия с обновлением, я точно не помню какого, может быть 17, 10, где-то так. Ну, собственно, это уже находится в релизе. Вы увидите блок не просто параметры заказа, текущего заказа, да, где вы можете управлять службами доставки, платежной системой, типом, но также и предыдущий оплаченный заказ. И смотрите, давайте мы сделаем, что общая сумма заказа, предыдущего заказа, была больше, давайте, 1800 рублей. Опять же, мы даем на все группы пользователей для удобства показа. Говорим применить. Так, но давайте посмотрим, что у нас вообще, какие были заказы у данного пользователя. Юра, ты помнишь, были ли заказы у данного пользователя? Ну, у первого пользователя точно было, у администратора. Мы вчера на этой, на этой установке демонстрировали ФЗ-54, поэтому там точно есть заказы. Так. У Сергея Ситникова, насколько я знаю, администратор Сергей Ситников. Они даже оплаченные были. Да, вот видишь, они оплачены. Оплачен. Смотрите, у нас даже заказ 3456 рублей. Угу. То есть у нас уже должно выполняться условие. Пойдем куда-нибудь в платье. А, у нас даже корзина пока такая вот. Вот, смотрите. У нас уже в корзине лежат товары, которые мы раньше добавляли. И как раз я сейчас сделал скидку, которая гласила, что если предыдущий оплаченный заказ у пользователя был больше, чем с доставками, со всеми платежами, больше 1800 рублей, то тогда даем скидку 10%. У нас там 3600, кажется. Вот мы видим эту скидку, да, то есть она привязана к прошлому заказу, и это мотивирует пользователей приходить и покупать. Давайте мы покажем, что действительно работает, и увеличим необходимую сумму предыдущего заказа. Ну, порог увеличим, да, вхождение. Чтобы мы докупили, увеличили средний чек. Смотрите, вот прошлый заказ 10%. Действие условия. И давайте мы здесь поставим, сколько, 5000. Так, скидка должна пропасть, если мы правильно видели последний заказ. Вот видите, скидка пропала. Ну, собственно, таким образом, используя условия... Ну, давай сделаем, чтобы она теперь появилась, нужно увеличить сумму заказа, насколько я понимаю, и она увеличится. Предыдущего? Ну, не предыдущего, а вообще. Ну, то есть оформим заказ до конца, сделаем его оплаченным, давай, покажем, давай. Что 5000. Следующий заказ будет... Так, у нас уже... 4800, чуть-чуть не хватает. Давайте, двое штанов, себе и жене. Так, вы заказывали, хорошо. Вот, кстати, о чем я говорил. Если вы уже заказывали у нас на сайте, мы автоматически предзаполняем полностью заказ, тем самым не заставляем клиента заново все набирать. Мы заполняем все, способ оплаты, способ доставки. Очень часто в региональных магазинах клиенты доставляют и оплачивают одними и теми же способами. Они уже известны для этих клиентов, ему не нужно еще раз заполнять всю информацию. Тем самым вы подталкиваете клиента как можно быстрее оформить заказ. Причем мы говорим, мы фиксируем эту схему даже при вводе имейла. Имейла достаточно ввести, чтобы мы привязали, сделали привязку заказа к конкретному пользователю. Так, смотрите, мы оформили заказ. Сейчас пойдем в административную панель и отметим данный заказ как оплаченный. Деньги мы тратить пока не будем. Свои. Так, вот заказ.
Где у него? Ниже. В блоке оплаты. Он впереди к блоку. Ну, во-первых, сразу. Здесь тоже можно поставить. Здесь. Мы давайте как будто выполнили, чтобы потом нам было все хорошо, понятно. А все? Подожди, это заказ. Оплатил. Либо ты не да, да, тот заказ. Все хорошо. Оплатил. Здесь же автоматика для ФЗ настроена. Заказ автоматом сразу оплачивается. Мы же ФЗшник показывали. Все, он уже оплатился. Теперь смотрите, пойдем сюда и посмотрим, что у нас будет. Тебе уже даже чек выбился. Да? На облачной кассе, да. Забавно. И смотрите, у нас скидка 10%. Потому что заказ у нас больше, чем 5000 рублей. Такой простой, такая простая скидка окажется весьма интересной для магазинов. Прошлооплаченный заказ. Так, смотрите, у нас еще были новинки. Будем показывать их. Давай, подожди, вот пока ты не убежал дальше, тут сразу вопрос от Петра по данному функционалу. А срок давности предыдущего заказа можно как-то установить? То есть понятно, что клиенту хочется дать возможность заказать второй заказ какой-то скидкой, если он заказывал первый. Но не хочется, если он делал заказ там 2 года назад. Ну, то есть как-то жалко ему давать скидку. Он там про магазин случайно еще раз вспомнил или вообще даже не вспомнил, а нашел его через интернет. И, наверное, не хочется ему давать возможность получить. А можно какой-то срок установить? Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Честно, я прямо сейчас не уверен, что скажу, что так можно. Дело в том, что у нас на данный момент свойства, которые проверяются у предыдущего оплаченного заказа, следующие. Общая сумма заказа с доставкой налогами, тип плательщика, платежная система, служба доставки и общий вес заказа. И активности по выборке, не то что по выборке, а по предыдущему заказу по дате у нас нету. То есть на данный момент вы так не сделаете. Можно, конечно, попробовать заказ сархивировать старый. Да, кстати, это, в принципе, можно это сделать, но можно сделать неким таким обходным путем. У нас внутри продукта появилась возможность старые заказы архивировать. Тем самым вы как бы переносите старые заказы в другую область, чтобы ее не было видно. Во-первых, это очень сильно сказывается на производительности системы. Вот даже в небольшом магазине у меня у супруги перевалило уже за 16 тысяч заказов. Она достаточно давно работает в магазин, и заказов очень много, что влияет сильно на производительность. Неудобно менеджерам сортировать и так далее. Тем самым, сделав архивирование заказов, вы уберете из вот этих акций лишние заказы клиентов, которые делались очень давно, и оставите только те заказы, которые, например, текущего года. Она обычно делает архивирование всех заказов на Новый год. То есть берет все заказы и бах, предыдущего года все переносит в архив. Потому что, в принципе, эти заказы уже не интересны ни ей, так как они уже были достаточно давно, ни клиентам. То есть годичные давности заказы можно все архивировать. Тем самым вы сможете сделать такой обходной путь. Вопросик сюда же, тоже про время, поэтому как бы сразу зададим. Вот мы говорим о том, что период активности можно установить, и дата учитывается. А учитывается ли время в периоде активности скидки? Время в периоде активности скидки, ну смотрите. Время учитывается. То есть, при необходимости, если вам необходимо дать скидку там, с понедельника с 11 утра или там, с 9 утра до 18 вечера, вы можете так сделать, время учитывается. И сразу же вопрос от Алексея по предыдущему демонстрации. А в условиях скидки по местоположению можно все-таки поставить условия? То есть, мы можем на местоположение на конкретную смотрите, скидку дать? Вы указываете службы доставки. А саму доставку вы можете уже связать с местоположениями. То есть это работает таким образом. Все верно. Скидка дается на определенную доставку. Нет смысла давать скидку на местоположение, потому что, не дай бог, с этим местоположением связаны какие-то еще доставки, которые тоже подпадут под условия скидки. И будет очень сложно их разграничить и регламентировать. Местоположение указывается в конкретной доставке. Там есть вкладка ограничения. Вы можете указать конкретное местоположение, с которыми работает данная доставка. А потом уже скидку дать на эту доставку. Соответственно, скидка применится на все те регионы, на которые была привязана доставка. Это намного, мне кажется, гибче и намного правильнее. И у нас сделано так внутри магазина. Это просто нужно один раз разобраться, понять, как это работает. И, в принципе, потом можно спокойно использовать. Да. Еще раз вопрос. Вот здесь вот Роман, а то прямо аж бедный переживает, что на его вопрос не ответили. Когда будет скидка на товары в долларах? Я, насколько понимаю, вообще по барабану. На смотрите, какую валюту делать скидку?
Главное, что если у вас на данный момент скидки в магазине, новые скидки, применяются в той валюте, в которой работает сайт. Если у вас сайт продает в долларах, у вас будет скидка в долларах. Ну, мультивалютные скидки у нас на данный момент пока в магазине не поддерживаются. Ну, на самом деле в России запрещено продажа в других валютах, но фактически возможно это сделать, если нужно показать цену в другой валюте, то фактически нужно завести отдельный тип цен, сказать, что она в долларах, сделать скидку на этот тип цен и потом ее показать в долларах на сайте. Соответственно, скидка так сработает и будет прекрасно все работать. Никаких ограничений на это нету. Ты правильно говоришь, но это скорее российское законодательство накладывает такое ограничение. Мы не имеем права показывать цену в долларах клиенту, а потом пересчитывать в рублях. Оплата по-любому будет в рублях. Но если магазин оптовый, когда цена в условных единицах или там в долларах показывается, клиент делает оформление этого заказа, я не знаю, как он потом платит этому клиенту, и нас это уже не касается, то теоретически, заведя отдельный тип цен, сказав, что это тип цен в долларах, мы прекрасно дадим скидку на этот тип цен. И скидка, естественно, будет тоже в долларах. Можно так обойти. Так, делаем дальше. У Романа товары в рублях и долларах. Вот показать, как это делать, мы не сможем. Все-таки это достаточно долго. Это нужно настроить два типа цен, установить и настроить правильный каталог. Это достаточно долгая процедура. Вы можете, в принципе, обратиться, либо, если вы не знаете, как это сделать, обратиться к партнерам. Это достаточно несложная настройка для партнера. Любой партнер справится с этой настройкой. Она просто немножко долгая по времени. Ее немножко много условий разных сделать, чтобы она заработала. Ну и один раз это настроив, вы потом спокойно будете ее применять. Так. По подсказке. Не, это сложно. Так. Во. Клиент спрашивает, Ирина, у нас есть специальный каталог для юридических лиц с определенным списком товаров и специальной ценой. Цену можно менять вручную на каждый товар, что несколько неудобно. Возможно ли сделать скидку на всю, на весь каталог? Ну, насколько я понимаю, у нас без разницы. Можно сделать на товар, на секцию, ну, конечно, или на весь каталог. Давай покажем, как это сделать. Давайте. Смотрите, в данной ситуации вам всего лишь нужно будет выбрать не раздел, а инфоблок. И в инфоблоке вы укажете, ну, у нас сейчас только один, это одежда. Ну, потому что это стандартный демо-магазин, да. Там другой. А в данной ситуации у вас, видимо, будет там одежда для юрлиц, ну, образно, да? Либо вообще можно указать не обязательно весь каталог, вы можете указать конкретный раздел. Из того каталога, да. То есть, если вы делаете внутри одного каталога, редко, когда делают отдельные инфоблоки, это достаточно муторное занятие, потом особенно с каким-нибудь сложным фильтром, когда нужно его сделать, это очень сложно настраивается, то обычно делают внутри просто отдельный раздел. Вот у моей супруги один каталог, но у него внутри есть подкаталоги, причем отдельно выводящиеся в разделах. У них есть раздел там для кондитеров, у них там всякие инструменты, всякие расходные материалы, и он отдельно в каталоге показывается. У него там свои цены, свои скидки, свои клиенты даже фактически этого раздела. А есть раздел для простых клиентов, который там просто продает какую-то продукцию. И там свои типы цен, свои настройки. И вот таким вот способом, как показывает Ваня, вы можете выбрать эту скидку для конкретного раздела, для конкретного каталога. Да. Так, ну давай будем двигаться дальше, а то у нас по времени начинает уже очень много. Так, условия мы показали, операционную движущую оплату так показали. Угу. Есть, смотри, сумма из моего плана, есть сумма оплаченных заказов, угу. Это одно из нововведений, угу. Последних обновлений. Это мы показали? Нет, сумма оплаченных заказов. А, оплаченных, окей. Это если мы берем некоторый отрезок. Угу. Это как раз касается того вопроса, не помню, молодого человека, который спрашивал, можно ли, где мы предлагали посмотреть в сторону архивирования, можно ли давать скидку на прошлый оплаченный заказ, если этот заказ еще как-то там. Mm-hmm. Да? Смотрите, он может, как сказать, выкрутиться, если ориентироваться на сумму оплаченных заказов. И там как раз можно указывать некоторый интервал, по которому идет суммирование. Ну, то есть, получается, схема будет работать так. Мы делаем какое-то ограничение не по времени,
по времени можно выкрутиться через архивирование, а мы делаем от обратное, мы делаем по сумме. На самом деле по сумме даже более интересно, мне кажется, чем по времени. Мы говорим, если ты делал предыдущий заказ там, на 1000 рублей, то, соответственно, мы тебе дадим скидку. В данном случае у нас уже заказов 1000 на 10. Ой, там на самом деле под 60 тысяч. О, отлично, уже даже под 60. Ну, давай сделаем ограничение, что с какой-то суммы мы там даем ему чуть ли не 90% скидку. Ну, давайте, смотрите, опять же, называем скидку. Всегда советую вам называть скидку так, как, ну, что именно надо делать, чтобы вам было легко это увидеть в списке. Да, чтобы потом понять, что это за скидка. Смотрите, ну, 90 так 90. И у нас, опять же, идем в блок «Дополнительные условия», и там будет сумма оплаченных заказов. И мы выбираем больше. На самом деле, я точно не помню, но там больше 15 тысяч точно уже мы навыбирали. И смотрите, внизу блока есть вот правило по суммированию. И мы можем, представим, поставить за период. Период – это непосредственно от такого-то числа. Давайте выберем там от понедельника. Здесь тоже можно ставить время, если вам уж это необходимо, конкретное время. И до бесконечности. Либо вы можете использовать не жесткие какие-то даты, да, а использовать так называемые за последние. Например, за последний год, да, то есть это такой плавающий отрезок. За последний месяц, за последний день. Ну, и вы указываете какое-то конкретное число и с ним работаете. Так вот, давайте мы сделаем больше 15 тысяч рублей с понедельника, который у нас был. Так, пойдем посмотрим. У нас действительно было так много заказов. И смотрите, 90%. При этом я замечу, что когда вы на самом деле используете сумму оплаченных заказов, там учитываются все заказы, которые как архивные, так и неархивные. Потому что пользователь действительно их покупал. Мы можем, представим, поднять сумму там, до 150 тысяч. Мы, кажется, только не покупали. Видите, скидка пропала. Своего рода, пока мы не выпустили накопительные скидки, это вот мы сделали на самом деле на прошлой неделе, кажется, в пятницу, вы могли делать накопительные программы с помощью данного условия. Ну и сейчас на самом деле можете. Это позволяет, учитывая наш конструктор скидок, делать весьма интересные, сложные накопительные скидки. С учетом того, что вы можете давать скидку в зависимости от суммы заказов на доставку, если вам необходимо, или на что-то еще, или даже давать подарок. Вот. То есть, смотрите, у нас появилась сумма оплаченных заказов. Интересная штука. Ну, Юра, сумму показал. Так, давай по накопительным скидкам немножко покажем накопительные скидки, или давай лучше по вопросикам. Вот здесь несколько вопросов прям таких, которые многие задавали клиенты, я часть ответил сам, часть давай озвучим. Давай. А где можно посмотреть документацию по API? Добавление скидок и добавление пресетов. Есть ли где-то вообще информация, как добавлять свои пресеты? Вот это вот прям 4 человека задали вопрос, как добавлять свои пресеты. Это хорошо, что 4 человека. Смотрите, на данный момент документации на самом деле нету, мы еще ее не выпустили. Когда у нас был предыдущий вебинар, мы показывали слайд с сниппетом кода, в котором было событие, на которое вы можете подписаться и таким образом добавить свой пресет в систему. А я могу открыть этот слайд? Если да, мы можем даже его показать. Давай, я его сейчас открою, чтобы клиенты его увидели. Я переключусь, правда, на свой компьютер. Подскажи, видно ли тебе мою систему? Сейчас попробуем. Ну, да, отлично. Да, видно. Давай сейчас его разверну на весь экран, и ты по нему расскажешь. Развернул. Так, ну смотрите, пресеты, как вы видели, это по сути кубики там были разных категорий. Так вот, чтобы добавить собственный пресет, вы должны зарегистрироваться на событие, которое называется On Sale Discount Pre-Sale Build List. Как вы видите, вот там первый... В первом блоке написано событие. Не знаю, ты можешь там курсор поместить? Ну, вот это вот. Да, да, да. Так вот, ниже, ну, на самом деле, если вы спрашиваете, как добавить собственный пресет, скорее всего, вы знакомы с API Bittrex и с способом подписывания на события. Поэтому рассказывать, что есть там
какой модуль, где какой класс, я не буду. Смотрите, а ниже находится обработчик события. Вот он сел, вот наведи курсор, Юр, пожалуйста, вот на метод. Ниже, ниже, ниже. Вот, смотрите, код подписывается, вот этот данный метод на событие, и его результат, как вы видите, это список, это массив, в котором под массивы с полями класс, со свойствами класс. И, собственно, в данные классы это есть ваши пресеты. То есть, используя данное событие, вы можете подписаться. Ну, а дальше, для того, чтобы ваш пресет работал, вам необходимо отнаследоваться от базового пресета, и вы можете посмотреть, как он, в принципе, работает, и сделать, собственно, скидку. Мы планируем сделать документацию. Собственно, данный кадр презентации – это всего лишь возможность вам, как бы, если вам интересно, погрузиться и посмотреть, как это сделать. Там ничего сложного нет. Но пока документации нет. Вот. Возможность есть, она была сразу заложена. Ну, мы обязательно, я думаю, выпустим документацию, в которой расскажем это дело. Да. Давай следующий вопросик от Натальи. Когда я настраиваю купоны, нужно сначала создать скидку, а потом создать на нее купон. То есть потом эта скидка будет выводиться только в корзине при вводе кода купона. Да. А можно ли сделать купон на товар? Ну, смотрите, купон-то на товар можно сделать. Но не для корзины, а внутри каталога. То есть мы вводим в корзине на товар, и потом уходим в каталог, и эта скидка применилась. Это раньше было так сделать можно. То есть сейчас это не получится. Нет, потому что, смотрите, дело в том, что идеология такая, что в каталоге показываются те скидки, которые не привязаны к конкретному пользователю. А купон, он на самом деле привязан к пользователю. На самом деле, это даже мы с Лешей обсуждали, когда обсуждали скидки, и мы специально убрали эту возможность. На самом деле, она создавала больше проблем. Как раньше работало? Вы вводили купон скидки, заходили в каталог, и скидка начинала применяться дополнительно на весь каталог. И клиенты в недоумении были. Как так? Он еще не делал никаких скидок, мы никаких скидок не назначали, а у него по всему каталогу скидки, и он нам скриншоты присылает, типа, дайте мне скидку. А на самом деле клиент ввел купон. Вот чтобы таких недопониманий не было, купон работает только в рамках корзины и оформления заказа. Там, где они вводятся. По месту, и там они применяются. Это, мне кажется, правильная схема, и она удобная. Еще один вопросик от Алексея. А можно ли делать скидку на определенный бренд? Ну, я бы расширил этот вопрос. На самом деле, можно ли делать скидку на любой абстрактный, на любое абстрактное свойство товара? Это делать можно, и Ваня сейчас покажет, как можно выбирать любое свойство товара в вашем каталоге. Это могут быть бренды, это могут быть цвета, это могут быть размеры. Это могут быть еще какие-то вещи. Предположим, у вас в каталоге остались, ну, я не знаю, там, товары больших размеров, Excel. И от них нужно избавиться. Вы можете прекрасно войти в скидку, выбрать конкретное свойство и сделать скидку на определенное свойство данного товара. Ну, смотрите, вы заходите в применение скидку, там, скидка 20%, а дальше в условии вы указываете, смотрите, у нас есть товар, да, если это конкретный товар, вы знаете, конкретно торговое приложение, вы можете выбрать, не проблема. Но если у вас есть какой-то там признак, например, все товары Excel, то вы должны найти свойство инфоблока данного, и там будет размер, сейчас надо увидеть его. Вот, размер одежды. Смотрите, и здесь наши все размеры, ну, например, на XXL. Давай XXL дадим, который самый большой. Ты для всех товаров сделал или для какого-то конкретного? Для всех, по идее. О, отлично. Ну, просто у нас не на всех товарах есть XXL, да, чтобы мы... Да, XXL сделаем. Давай, да, и поменьше, а то XXL там вообще не так, у всех есть. Скидка у нас 20%. Так, ну пойдем. Смотрим, у нас в корзине есть. Лучше товар. В списке, в корзине нет Excel, а есть. Ну, вот смотрите. Например, да, у нас в платье весенняя легкость. И вот если мы выбрали размер L, у нас 0% скидка. Если мы выбираем размер XL, у нас появляется скидка 20%. Если мы пойдем в каталог, то мы должны. Интересно, штаны есть Excel? Думаю, есть. Вот, смотрите, у нас по умолчанию выбраны размеры в сетке матрицы. XL, и на них вот идет скидка 20%. Мы переключимся на L или там на другие размеры, скидка пойдет. То есть вот такой способ. То есть вы гибко на любое свойство можете давать какую-то конкретную скидку. Вы можете сделать акцию, как вот любят делать, только на красное. У вас залежались красные вещи, вы хотите от них избавиться. Вы можете взять, выбрать цвет
и сказать только на красное. Вы можете выбрать на конкретный бренд. У нас сегодня на Panasonic скидка там 30%. Да. Пожалуйста, только на Panasonic. Тем самым вы можете очень гибко регламентировать каталог свой. И вот здесь вот свойство инфоблока называется. Там все свойства, которые у вас есть в инфоблоке, все свойства, которые вы вводите руками, вы можете выбрать для условий скидки. И, соответственно, сделать какую-то скидку. Смотрите, скорее всего, если вы хотите продавать большие размеры, то просто учитесь, что вы можете через или блок перечислить, вот как я сделал сейчас на экране, размер одежды инфоблока равно XL или размер равен XXL. Вот таким образом вы сделаете множественность, и, собственно, данные размеры будут продаваться со скидкой, которую вы укажете, в данном случае 20%. Так, ну... Ну, эти вопросики я сейчас сам отвечаю. Давай будем двигаться дальше. Давай покажем накопительные скидки. Во-первых, они изменились. Давай немножко расскажем про логику изменений накопительных скидок. Как раньше работали накопительные скидки? Они работали безусловно. То есть скидки накопительные всегда применялись для всех товаров, которые участвовали в этих накопительных скидках. Это было несколько неудобно, вы не могли на них влиять. То есть не всегда нужно, чтобы применилась накопительная скидка, а потом бахнула на нее еще 30% скидка, которая участвует сейчас в общей схематике. Сейчас накопительные скидки, это фактически стали одни из скидок внутри нашего общего вот этого механизма. Соответственно, на них действуют все те ограничения, которые есть у других скидок. Вы можете ограничивать их по приоритету, вы можете ограничивать их по уровню и так далее. То есть все, что мы рассказывали, действует теперь и на накопительные скидки. Но теперь зато не удивляйтесь, что если скидка накопительная вообще не применилась. У вас стоит, например, по приоритету не накопительная скидка с наивысшим приоритетом, и она всего 10%, а у клиента накопительная 30%. То может произойти такая ситуация, что 10% применилась, а 30% накопительная не применилась. Здесь два выхода есть из положения. Либо мы накопительные скидки выносим на самую наружу, то есть на самый верх, либо в условиях, как показывал Иван, когда мы указываем, что делать со скидкой конкретно, мы там настраиваем так, что после применения мелкой какой-то скидки давалась возможность применить еще, например, накопительную скидку. Давай сделаем какую-нибудь накопительную скидочку. Ну, смотрите. Я так уже быстро перешел. Если вы пойдете в... Поставьте обновление 17.0.25.26. Это сейчас бета-обновление. То у вас появится в разделе пресетов блок накопительные скидки. Собственно, нажимаете «Создать», там, давайте назовем «Накопительная программа», «Накопительная программа 2» почему-то. Вот, и смотрите, дальше на самом деле вы увидите интерфейс, который очень похож на накопительные программы, которые были раньше в каталоге. Строками вы указываете сумму оплаченных заказов от, там, например, от 1000 рублей, мы даем скидку 3%. Ну, здесь вы можете указать как фиксированную сумму, так и величину в процентах. Дальше, ну, и дальше вы набиваете, например, там, 5000 рублей, скидка 5%, да? Ну, и здесь 20 тысяч рублей, 10%. Пока Ваня набирает, сразу небольшое уточнение. Тут клиенты уже обратили на него внимание, уже несколько человек написало. Да, скидки накопительные работают только для редакции выше малого бизнеса. То есть на малом бизнесе накопительных скидок нет, они там не работают, их там просто не существует. Накопительные скидки работают с редакцией бизнес. С этой редакцией вы можете их прекрасно применять и использовать. В малом бизнесе накопительных скидок нет. Да, смотрите, ну вот, мы указали, вот сделаем адресу такую вот со скидками. Дальше, ну если необходимо, мы можем добавить строки. Как и раньше было, у нас есть способ для отбора заказов, собственно, как их суммировать. Например, опять же, есть вот период, то есть это очень похоже на сумму оплаченных заказов, которую я показывал чуть раньше. И опять же, мы берем, ставим с понедельника, 24 числа. И смотрите, у нас есть две галочки интересные. Не действуйте, если есть скидки на товар, и отменять скидки на товар, если накопительная программа больше. Ну, пока их... ставить не будем никакие. Мы просто создадим накопительную программу. Как всегда, последний шаг – это настройка групп, период активности, именно скидки. И вот видите, прекратить дальнейшее применение. Ну, мы пока не будем. Все, мы создали накопительную программу.
Остальные скидки я, кажется, деактивировал. Пойдем в корзину. Так. Видим скидку 10%. Сейчас посмотрим, что у нас за скидка-то. Вот у нас одна накопительная программа только действует, да? И если мы посмотрим, то 10% дается в том случае, если у пользователя было количество оплаченных заказов, смотрите, с понедельника, 24 числа, больше 20 тысяч рублей. Ну вот, если мы сейчас перейдем в список покупателей, мы там увидим его все заказы, и если мы хотим, мы можем просуммировать там, сами выбрать. Ну, и давай убедимся. Посмотрим, как эта скидка применится. Там у нас точно на хватит скидку на 30 тысяч. Сейчас я не могу пункт меню открыть. Сдвинь, ну вот так вот просто мышкой. Ну вот так вот. Двумя. Ха-ха-ха. Не, у нас скрылось этот пунктик. Ты скрыл пункт, я понял. На Маке непривычно, поэтому мы сейчас разберемся. Я понял, дай-ка. Сейчас. Можно. У нас есть меню. Либо так, да. Так. Смотрите. Да давайте меню верну. Я понял, что ты скрыл. Ну, это просто панельку. Вон она. Да. Вот так вот у нас. Отлично. Спасибо, Юра. Смотрите, если мы пойдем в список покупателей, у нас здесь показывается, например, сумма оплаченных заказов. Вот. 24 тысячи. И это, кажется, как раз там где-то с понедельника. Ну, как раз вебинар был вчера, поэтому там за вчера там штук 5 заказов было. И сегодня мы сделали. Да, и сегодня. И смотрите, мы можем... Ну, сколько я там поставил? 10, насколько помню. Да, 10%. Мы можем... Там был следующий шаг, 50 тысяч. Ну, давайте сделаем заказ. Ничего нет. Посмотрим, как все сработает. Давайте мы купим очень много платьев. В остатках нет столько. Да, столько платьев нет. 26. Нет, 26 тысяч. Есть. Все, смотрите, мы 26 тысяч, и там у нас было 24. Впритык пойдем. Вот, сейчас мы покажем, как работает накопительная программа. Ну, она работает, как ожидается, на самом деле. Главное, учитывайте, что, как сказал Юра, накопительные скидки, если раньше это была отдельная, по сути, сущность, которая вычислялась уже после всех скидок, теперь накопительные скидки, они участвуют в общем просчете всех скидок. Таким образом, вы на самом деле можете больше, ну, достичь больше гибкости и различных условий. Но главное понимать, что есть некоторый процесс выполнения и где в данный момент находятся накопительные скидки. Так, смотрите, мы сделали заказ. Теперь пойдем. Все, он оплачен. Ты уже оплатил его? Он же автоматом, это же для ФЗ было настроено. Все, уже оплачен. 27 тысяч, которые? Да, я все уже оплачен. По привычке. Так, ну хорошо, тогда у нас должна быть скидка, если правильно я просуммировал все в голове. Вот, смотрите, следующий шаг 15%. Все, фактически сработала накопительная скидка. Если вы гибко настроили, клиенты, постоянно клиенты, которые делают у вас заказы в вашем интернет-магазине, будут участвовать в этой программе и будут получать скидки. Вы, в принципе, можете здесь схитрить. Вы можете, чтобы не перекрывались скидки какими-то приоритетами или еще чем-то, выделить пользователей в отдельную группу. То есть давать не всем пользователям, а выделять каких-то постоянных клиентов в отдельную группу, настроить на них персонально скидки накопительные, и тогда они не будут перекрываться. Вы сможете тогда сделать для них максимальный приоритет, чтобы они выполнялись всегда, не ставить галочки прекращения выполнения скидок, и у людей будут работать гибко условия скидок. То есть, в принципе, инструмент гибкий можно применять по-разному. Так, в принципе, мы эту штуку показали. Давай возвращаемся, наверное, ко мне. Переключаемся на презентацию. Дальше. Давай. Так, потому что вопросы бесконечные, мы можем на них отвечать очень долго. Спасибо всем, кто присутствовал на нашем вебинаре, мы будем закругляться. Полтора часа мы видим по статистике, что это оптимально для клиентов, удобно использовать и удобно смотреть.
Если вам был полезен вебинар и было интересно его смотреть, а мы очень смотрим на ваши отзывы, пожалуйста, на вкладочке Questions оцените наш вебинар по 10-бальной шкале, поставив нам какое-то число баллов. Если у вас есть идеи и вопросы, то обращайтесь на сайт idea.1sbitrix.ru. Как мы обещали, я обязательно сделаю статью, я ее опубликую на сайте и дам ссылку в своем Фейсбуке. В своем аккаунте Фейсбука вы ее там сможете найти. Это будет статья для вас, вы сможете заходить на эту статью, придумывать какие-то механизмы скидок, мы будем их повторять и публиковать в этой статье в виде ответов на вопросы на эту статью. Я какие-то примеры дам там штатные, часть мы будем прям показывать уже по новой, на новой схеме. Тем самым мы посмотрим, смогут ли наши скидки в принципе удовлетворить все ваши придумки, все ваши затеи, которые вы сможете придумать, и вы используете у себя внутри. Спасибо всем за внимание. Было очень приятно вам рассказывать этот вебинар. Спасибо.